І вона сказала, що я не пристебнутий ременем безпеки. Я запитався, в той момент я був якраз ним пристебнений. Так ми ж вас не притягали то за ремінь. Я вже ставлю під сумнів його адекватність, бо він не бачить. Тобто це вже, ну, це перше. Друге, це може вигадка бути просто їхня. От зараз це є предвзяте відношення до мене, як до громадянина України і платника податків. Це є передвзяте відношення. І що? Я з малою дитиною, з дружиною їхав додому. Мене зупиняють безпідставно на даному етапі. Думку? Це не на мою думку, це воно так і є. Ви докажіть, що були підстави якісь. Не було взагалі ніяких підстав. Ви зупинилися з дотримання вимог правил дорожнього руху, як це вимагає правил дорожнього руху? Так ви ж мене зупиняли з мігалками. Так водій повинен зупинитись з дотриманням чи просто так? Так, я би вам там зупинився, так ви б ще... Ну, це було на б мене написали, ні, було б так написали б, що ще там гналися за ним. Тоді б ми сказали, що ви праві, бо ви їхали і зупинялись там, де зупинка 30 метрів від зупинки. Не які 30? Ось не можна зупинятися, я кажу, від 30 метрів від зупинки. Без питань. Дивіться, ви з штрафом з цим згодні? Ні. Не згодні. Абсолютно. Це ваші питання адміністративні з, заяву, з патрульної поліції. Заяву хочу на оцих от двох чоловіків написати. Документы свои возьмите. Да есть. А в чем проблема, объясните? Не надо меня снимать, я поверьте, я... Так вот, ну, как бы проблема в том, что пишут непонятно а что. Проблема с машиной? Что какая, да нету машина? Проблем. Так а что проблема показать документы и все? Так я показал все Я документы показал, все полностью. Проверили это? Сразу предъявил. Не кричите, я слышу, я не глухой. Показали техпаспорт, показали, сверили и поехали. Зачем? Я все показывал. Вы машину показывали к осмотру? Это не досмотр. Нет, не это осмотр. Это... Нет, это уже досмотр называется. Ну, вам виднее. Я думаю, что вы умнее. Я не прав, разве? Нет, вы умнее, я вам виднее. Я не буду с вами спорить, как-то. Если вы так считаете, то пускай так. Это вызов не наш. Ну не будем с этим спорить, зачем оно, правильно? Смотри, заберут пускай на стартплощадку, дальше разбираются, а вы дальше разбираетесь, как хотите. Как заберут? Сейчас? Ну да. А? Да. На каком основании? Ну, если машина в угоне, не дай бог. Вы же не показываете, вы покажите. Нет, ориентировки есть? Да что здесь ориентировка? Как это при чем? Слушайте, если только что угнали ее, ну дальше что? Не может быть, потому что я ее владелец. Ну так докажите. А ну дайте, я выйду. Так я ж им, ну... Так вы же вы будете заявку писать? Пока... А, конечно, буду заявку. Так заяв... давайте, так давайте мы там будем писать. Где, на улице? Да, курить хочу очень сильно. Ну оставайтесь здесь, будьте курить, но уже темно, видно, здесь не вопрос, лучше. Давайте, я выйду. Алло. В общем, Толик, скажи мне, что там, сможет быть кто-нибудь или что-нибудь? Потому что хотят машину забирать даже. Да, да, сок. Ну, потому что я не поднимаю капот. Ну, такси, может быть. Я понял, других никого нету? Ну реально ЧП. Так ну, то есть, ну машину они могут забрать или нет? Нету ориентировок. Вы мне скажите, ориентировка есть? Фамилия вашей, я на гаишнике попросил. На мою машину. Я гаишник. Что вы пишете сейчас? Ну вы же заявление собрались писать? На вот этих людей. Ну так а что вы хотите? Так а вот я вот ну, тут читаю бланк пояснения. Ну вы объясните, почему пишете заявление, я воспряму заявление. А, то есть мне надо пояснить, вот, для чего я буду писать давайте, заявление? Давайте я вам дам листок и напишите сами, занесете в райотдел, привезете. Ну какие проблемы? Ну нету проблем здесь. Вы по должности кто? Старший оперуполномоченный. Старший оперуполномоченный. Я понял. Уголовного розыска? Совершенно верно. Я понял. То есть вот такая...
к машине есть подозрения? Вон стоят люди, спросите у них. Сейчас спрошу. Скажите, пожалуйста, к машине есть подозрения? То есть? Ну. Да, я так понимаю, что вы в этих... По криминалу вы работаете. Вы по одним криминалам работаете. Это ваши вопросы с ними. Подробно на документы, подробно на две месяца, может быть. Тогда, да. Хорошо, в случае, вот, ну, вот сейчас вы, то есть, именно вскрываете машину, да? Сейчас. Вы добровольно открываете. Вы понятны. Я не добровольно открываю. Я примусово, потому что я не хочу открывать. Это незаконный повод. Чего незаконно? Ну, потому что это незаконный повод. То есть то, что здесь нету таблички, и вы не можете, то есть, ну, они, вернее, не могут сверить, это не моя проблема. Вы понимаете это? Вы же это все понимаете? Если нету никаких проблем, все добровольно показывают. Это все. Все люди. Я пошел на принцип тоже, потому что люди пошли, вот, ну, они пошли на принцип. То есть, ну, они мне пишут, то есть, ну, на протокол на ровном месте, не предъявляя ни там доказательств, ну, абсолютно ничего. Я пошел на принцип точно так же. И это не принцип, это мое законное право. Законное. Я не обязан делать незаконные действия этих людей. Я прав или нет? Например. Ну, например, ну смотрите, не дай бог, да? Вы говорите, мы не можем. Я не занимаюсь. Смотрите, ну, смотрите. Давайте я вам скажу вот сейчас. Буквально одна реплика, и я вам. Смотрите, я законопослушный гражданин. Я не занимаюсь никакими там махинациями и езжу на своей машине, которая оформлена в ГАИ, поставлена на учет, она на мне фиксируется и т.д. и т.п. Понимаете? Смотрите, ситуация, да? Ну, например, человека угоняет машину, ловит бандитов, да? А бандиты, санкции судьи, и что, бандитов отпускать и машину? Это не моя проблема, послушайте. Это не моя проблема. Вы должны этим всем владеть. Здравствуйте. Ну, ознакомить? В двух словах. Не надо? Вот, я уже все понимаю. А что, понимаете? Вы оказываетесь открывать капот. Да. Почему? Ну, потому что это не законное требование. Чего? Скажите, пожалуйста, ну, потому что... капот человека открыл, посмотреть рин-код. Причина остановки есть какая-то? Да, была причина, то есть не доказана, то есть как бы мне... То есть подозрение, что машина... А выникло, знаете, по какой причине? Номерные знаки не соответствуют. Смотрите, вот здесь окошко. Не видно вообще. Вот так посмотрите визуально. А где оно делось? А его и не должно там быть. Почему? А вот, вот смотрите, эксперт. Где эксперт? Я эксперт. Здесь она должна быть? Под стеклом? Да. Если стекло менялось, можно потом дублить сделать. Можно сделать. Конечно. Она там обязана быть или нет? Может быть и не может быть. Так она там дублирующая, основную дайте. Это дублирующая. Основная. То есть основная под капотом находится. Так вот, люди хотят увидеть, но это называется моя собственность. И я им могу отказать в этом. Ну это транспортное средство, вы что? Ну, к вам домой приду, скажут, ну дайте мы осмотрим. Это квартира. Это то же самое. Это то же самое, частная собственность. То есть на фоне того, что я якобы нарушил правила, якобы я, то есть, ну именно правила нарушил, так я вот туда снимаю. Вы уже меня наснимали, хватит. Якобы я, то есть, ну именно там, ну... нарушил правил, то есть мне не доказали, не показали, то есть, ну, ни мое, ни нарушение, ни то, что я это сделал вообще, то есть, пишет мне постанову в клопотанні, то есть, ну, от переносе дела отказывают, то есть... Перенос дела чего?
такое? Ну, дело рассмотрение, то есть, ну, здесь прямо, здесь, то есть, ну, что, дело вы, рассматривали. Я приехать сюда и сказать, так, я выпустил санкции. Я могу клопотать про переносение. Нет, здесь. Ну, розгляд справа здесь. Нет, это не розгляд справа, розгляд справа. Так вот, ну, здесь. Суде. Нет, они здесь как бы дело уже рассматривали. Они здесь уже дело рассматривали. Какое дело? Нету дела. Дело только в суде заводится. Они здесь, ну, эту постанову рассматривали. Здесь на месте. И в клопотанні відмовили мені. Так було? Конечно. Посадова особа має право прийняти рішення на місці. Законодавство України. Бачите. А чому відмовили мені в клопотанні?